Всем доброго времени суток, дорогие мои подписчики и те, кто случайно заглянул на канал. Сегодня у меня такое видео немножко необычное. Снимаю прямо на горке между тремя микрорайонами нашего города. Вот там, видите, если собор. Сейчас попробую приблизить. Вот это старый город на обрыве. Там крепостная стена и так далее. Может, я однажды пройдусь туда и вам покажу. Вот это еще один микрорайон под самой горой. Она тоже необычная, со своей историей. Возможно, когда-то вам расскажу тоже эту историю. В принципе, я, может, и рассказывала, когда была там с поиском. Но если нет, я вам расскажу еще. Там вот дальше еще один микрорайон. Эта водонапорная башня подает воду половине нашего микрорайона. Видите, там сверху сразу и антенны, телефонные, телевизионные и так далее, потому что это на горе. А вторая половина нашего микрорайона и мой дом в частности, вернее дом, в котором моя квартира, получает воду из подземного озера. Может, я когда-нибудь туда пойду специально вам показать. Если вам будет интересно, пишите в комментариях, я схожу и покажу вам, где это подземное озеро и как там все устроено. А с этой стороны это наш микрорайон. Вот он там и за горку тянется с той стороны. Я буду идти назад, вам покажу приблизительно, как он выглядит. Тут вот написано о том, что видно с этого места. Вот тут дорожка, мы туда сейчас пройдем еще. Вот отсюда немножко лучше видно старый город. Вот он тут, видите? Вот тут, где костел, вот там на обрыве старый город. А вот это еще один микрорайон вдалеке. Ладненько, друзья. Будем спускаться потихоньку вниз к реке. Там внизу река. И я вам расскажу все-таки, почему я включилась. Просто в этом месяце нам обещали выплатить экстра премию. Наше предприятие очень много заработало в 2023 году. И были подписаны бумаги, что всем работникам выплатят дополнительные денежки в размере одной зарплаты. Это хорошая премия, сами понимаете. Поэтому мы ждали ее вместе с зарплатой. Зарплату нам выплатили, премии нет. Ну, естественно, я решила посмотреть по этим новым картам, которые я сделала для поисковиков, и которые уже многие ребята приобрели. Может, кто-то еще приобретет, захочет. Так вот, когда я спросила у карт, получу ли я в этом месяце эту премию, я спрашивала еще 29 числа, когда нам перевели зарплату, и на картах выпала вот эта карта. Вот. Вот эта карта. Глубоко не достанешь. Ну, сами понимаете, по такой карте однозначно денег в этом месяце, в январе, нам не выплатят. Потихоньку спускаемся к реке. Там вот вдалеке средневековый мост. Это мост 12 века. Так вот, позвонила я, вот видите мост, позвонила я в бухгалтерию, мне сказали, что они не успевают дооформить все документы и переведут деньги в феврале. Ну давайте посмотрим по картам, так это или нет. Когда я посмотрела по картам после звонка, мне выпала вот такая карта. Деньги с неба. Ну да, это деньги не то, что нами заработанные, это премия. То есть деньги не от нашего труда. Ну, в принципе, все правильно. Эта карта выпадает обычно на выигрыши, на находки, на найденные деньги. Ну и видите, как оказалось, на премию. Посмотрим, или выплатят в феврале. По этой карте должны. Видите, парк на горе пока еще молодой.
Деревья молодые, только насадили. Они убрали кустарники. Здесь очень много кустарника было непроходимого. Ну, как обычно, на многих горках здесь рядом. Поэтому они все это убрали и посадили молодые деревья. Тут орехи, дубы. Жалко, конечно, что зима. У нас всего лишь сейчас плюс 16. Летом здесь очень красиво. Все еще есть места для стройки и строятся дома во многих местах. Эти дома уже сдали. Видите, насаживают деревья, монтируют новые автобусные остановки. Вот это еще одно место для жилого дома. Большой будет. И сразу рядом те, которые уже достроились. Видите? Возле одних домов делают детские площадки. А возле других вот такие небольшие бассейны под открытым небом. Ну и как обычно, под каждым домом гараж. Это здесь обычное дело. Там еще один дом будут строить. Вот там вдалеке. Вот, видите, стоят краны. А здесь парковочка. Ну вот, я уже подошла почти к старинному мосту. Видите, он соединяет наш микрорайон, который вот тут. Вот он. Вот. А там выше, где я сказала, подземное озеро, там был небольшой замок. Ну, в принципе, до сих пор есть. Может, я когда буду идти к озеру, я вам покажу. Вот. А там вот дальше, там есть очень красивый парк возле маленького замка. Замок тоже есть. Его отреставрировали. Я не знаю, ли вам будет хорошо видно. Там остроконечная крыша и небольшой домик рядом. Башня и дом. И возле этого замка есть очень красивый парк. Там и павлины ходят свободно, там и попугайчики есть, и разные другие птицы. В общем, красивый парк, очень красиво сделан. Церковь там неплохая есть, маленькая. Ну, видно, часовня какая-то. И, наверное, этот мост когда-то соединял вот эти два замка. Один тут и второй маленький, который на горе другой. Ладно, друзья, если вам интересно, пишите в комментариях. Я вам буду рассказывать о таких местах, которые рядом с моим домом. Может, потом куда-нибудь дальше доберемся. В центре что-то вам покажу интересное. Просто не знаю, хотите вы такие видео смотреть или нет. Ну, а пока все. У меня уже готово видео с недавнего выезда на поиск. Выложу. На неделе. Не знаю, завтра, послезавтра выложу. До новых встреч, друзья, и до новых видео.